Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Прямой эфир, прямой эфир. Здравствуйте, Ганш. И я сегодня, кто не знает, я обещал выйти прямой эфир с ребятами, которые круче других, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, на взгляд тех, кто лайкал их сообщения, зарифмуют, и я уже вижу первого человека здесь. О, я вижу, ага. Давайте начнем. Давайте начнем наш прямой эфир. Ожидание. Мы ждем. Мы все ждем. Всем, кто к нам присоединился, всем здорово. Эй, бро! Как ты? Салют, бро. Салют, ты меня слышишь? Почему-то я не слышу ничего. Ты меня слышишь или нет? Где звук? Я ничего не слышу. Сейчас я попробую сделать. А так? Я тебя слышу отлично. Пан, держи, подожди. А ты меня? Динамик поменял. Сейчас еще раз давай сделаем. Вот сейчас слышишь меня? Читай по губам. Читай по губам сам. Ты где? Как дела? Отключись, он будет работать. Как твои? Все хорошо. Блин. Отключись. Приятного аппетита. Ты где? Я в Ставрополе. Я в Москве. Я скоро приеду. Приедешь, звони. Я позвоню тебе, бро. Давай. Я пока тебя отключу, того, у кого есть звук, подключу. Хорошо. Так. Сойди. А вы меня слышите вообще? Вам меня слышно? Если вам слышно, вот отправите смайлик с рукой, типа, да, меня слышно? Так, посмотрим. Я писал, да, я знаю, что... Не, ID я знаю, ID крутой чувак, ID классный рэпер. Вот, и он явно сейчас... На веселе. Здорово. Привет. Ты меня слышишь? Я тебя отлично слышу, как а ты меня? Вообще ништяк. Ну что, как дела? Ну замечательно, а у тебя как? Слушай, круто, я видел, что ты даже там в сторис выложил, чтобы люди лайкали твое стихотворение, чтобы мы вышли в эфир. Бро, ну хоть где-то я должен был выиграть, хоть где-то вообще. Блин, я тоже самое говорю, хоть где-то я должен был выиграть. Ну, тебе там с Окси чуть-чуть совсем не повезло. Чуть-чуть. Ты был красавчик. Также России не повезло по пенальти. Но Федя Смолов, как ты считаешь, молодец? Слушай, я считаю, что Федя Смолов молодец. Потому что он вышел бить пенальти первым. Ну да. Потому что это большая ответственность, и не подойдут мне наверняка. И никто из нас не знает, что бы делали мы, выйдя бить пенальти первыми. И я считаю, что это максимальная травля, которая сейчас началась на Федю, она очень необоснована. Ну да, согласен. Так вообще мужики просто бились, как львы, реально.
И Дзюба был очень искренен на интервью. Это было очень круто. Замечательная картинка была. А ты что, какие вещи себе купил? Что купил? Какие вещи себе купил? Ты же с покупками. О! Сейчас я переверну, подожди. Я взял вот такие себе малышки. И взял. Кстати, себе... это что за кроссы? Блин, братан, сейчас погоди. Это изики. А. 350-е. Это изики 500-е, потому что они очень удобные. А, круто. А я, Сань, смотри, я, короче, андеграунд. У меня, вот сейчас тебе покажу. У меня, короче, хуарачи с дырками. Угу. Вот. Слушай, андеграунд, андеграунд, а кроссы у тебя белые. Белые. Ну, я выхожу на Голливуд, белые найки. И Саша и Стэн мне кидают лайки. Сейчас, подожди, я умею это делать. Блин, нет, это камера перевернулась. Бля, я не умею это делать. Кстати, я помню, знаешь, я пришел как-то на суперстихи. Это был очередной вечер вторника. И мы с тобой поссорились. Ужас какой. Да, помнишь? Ты, наверное, вряд ли это помнишь. Просто давай помиримся. Я стоял в кругу, и там стоял IQ. И я сказал то, что я лучше, чем твой IQ. Вот. Да. Я не обиделся, я наоборот сказал, я позвал IQ и говорю, IQ. Я обиделся. IQ сказал, ба-ба-ба-ба-ба. Ну да. Слушай, ну у тебя есть маза доказать, что лучше, чем IQ? У меня битмаря нету. Я все слушаю вот это, на что положить можно будет тексты. Мне не нравится. Это никто не будет. Я уверен, что сейчас мы можем в этой переписке даже найти битмарей. Тут есть минимум 7 фотографов, 5 диджеев, 4 модели и 7 битмарей. Пацаны, пожалуйста, напишите мне. Я хочу биты. Смотри, я тебе еще даю подсказку. У меня в ленте несколькими постами назад есть губы рэп. И там есть контакты парня из Сочи, который сделал этот бит. Я был у него садиться, он делает оперативно очень неплохие биты. Я думаю, вы можете договориться. Окей, хорошо, Сань, смотри, поскольку ты не был у Дудя, я тебе хочу задать вопрос. Путин красавчик? Да. Окей, а кого ты выделишь одного футболиста лучшего сборной России? Я у Дудя. Одного лучшего футболиста сборной России на чемпионате мира по футболу. Роман Зобнин. Потому что он больше всех пробежал? А? Потому что он красава, потому что я вообще... Потому что он твой друг. Он просто твой друг. Потому что я вообще переживал, что после своей травмы он не восстановится. А он восстановился, и более того, он все время выходит в атаку, выходит в единоборство, не боится получить травму. Я это очень уважаю. Согласен. Не, ну, Саша Головин тоже красавчик. Тут у меня была подсказка по игрокам, я ей не воспользовался. А тебе кого рекомендовали? А, Чершо? Это там Бузова сидит? Так, теперь у меня пропал звук. Есть звук? Нормально? Я слышу тебя. Ты меня слышишь? Я тебя отлично слышу. Блин, что со звуком сегодня? У меня нет звука. Почему? Ты не слышишь меня? Ты меня не слышишь? Но по губам могу читать. Мне просто кажется, что ты хочешь уже... Так быстро по губам, нет, медленнее. Ты хочешь просто закончить прямой эфир. Что-то говоришь. Не, я не понимаю. Куришь, говоришь, много. Не. Бросаю. Я картавый, как и ты. Ты красава. Картавый. Красава. Ну, блин, вот так всегда какая-нибудь хрень случится. Давай попробуй тебя опять подключить. Давай, идеально. Сейчас. Так, а вы меня еще слышите или нет? Сейчас я попробую переключить. То мы не договорили. Сейчас. Какая черепашка. Видишь, две ноги. Вот так. Видите,
Я снова здесь. Да. Слушай, давай, чтобы по-честному, я должен еще выйти с парой пацанов в эфир, но мы обязательно должны повторить такую штуку, еще потрещать. Я просто не мог попрощаться. Не-не, все нормально, бро, хорошо. Но увидимся с тобой на суперстихах. Ответный дуть. А кто, по твоему мнению, лучший футболист нашей сборной на этом чемпионате? Слушай, вся сборная молодцы. Я не могу выделить кого-то одного, потому что все были красавчики. Но мне нравится Головин. Мне нравится Головин. Головин молодец. Головин молодец. Вообще это безоговорочно. Вот тут я с тобой полностью соглашусь. Головин, да, он красавчик. Красава. Как думаешь, он уедет куда-нибудь сейчас? Саш, он уедет. Он уедет. Я понял. Я тебе отвечаю. Он тебе звонил, сказал. Все, держим связь. Я же за ЦСКА болею, Сань. Мы с тобой разные. Я за Спартак, ты знаешь. Да. Все, держим связь. Все, бро, давай. До встречи на суперстихах. Да, кстати, нужно сказать обязательно, что у нас день рождения проекта супер... Где можно купить чипсы, люди пишут, мне очень нравится. Спасибо, IQ, он здесь в чате, я его видел. Так, КДИН. Сейчас я подключусь к КДИНу. А, я выписал. Я выписал. Сейчас я вам покажу. Ба-бам. КДИН не подключается. Здорово. Привет. Так вот ты какой, КДИН. Да, такой. А почему тебя убрали из сиропа Тусин Плюс? Ну, потому что нашли в этом некое отрицательное свойство. Раньше ты был в сиропе, и это было классно. Раньше я много где был. Базару ноль. Ну, как дела? Все отлично, у тебя как? Нормально, вот IQ тебе привет передает, я вот читаю сообщение. Спасибо большое, IQ тоже привет Олегу. Ты где, что за город сзади, Москва, что ли? Ну, Чертаново, Северная. А, Сирена Чертанова, вообще красота. Вот нам, смотри, нам еще привет с Нидерландов передают. С Нидерландом тоже большой привет. Ну, что расскажешь новое? Что хочешь спросить, расскажи. Ну, типа, вопросов очень много по творчеству, не по творчеству. Не знаю, какие более актуальные. Меня вот очень давно интересует, хотел на суперстихах спросить, но все-таки решил не отвлекать более-менее. Ну, намечаются какие-нибудь совместные работы с Гуфом? С Гуфом? Да. Я думаю, да. Я бы очень хотел, Леха еще не знает об этом, но 100 пудов будет. Ну, я вроде тоже как где-то слышал, что он положительно к тебе относится, и как бы до сих пор переслушиваю ваш трек, забыл. Как это? А я всегда видел этот мир по-другому. Доброе утро. Да. Кстати, сегодня, я не знаю, ты видел или нет, но я обещал выпустить клип вчера, или сегодня, сегодня. Да. Вот, и мы, к сожалению, не успели с клипом, но чтобы не обманывать тебе, не обманывать ожидания, так, не знаю, можно сказать. Сегодня мы уронили новый трек в сети, он уже в сети. Я пока не буду говорить название, подержу интригу. Даже так. Ну, а я сегодня после ждал... эфира выложу трейлер клипа. А, ну это отлично, типа я просто волновался, что у тебя с клипом какие-то проблемы, поэтому ты сегодня решил трансляцию запустить, сказать, что мол так и так, но если все хорошо, то это прекрасно. Нет, клип будет шикарный, это потрясающий клип. Вы хотели рэп, будет рэп. Вот это святое. Это, еще хотел узнать, а есть возможность где-нибудь купить толстовку рэпера против музыки? Толстовки рэпер музыки против музыки мы не продаем, мы только разыгрываем. Давай разыграем. Давай придумаем конкурс. Предложи какой-нибудь конкурс, где можно ее разыграть. Пусть он будет связан с книгой и с толстовкой, мы обязательно разыграем ее. Ну, опять же, что-нибудь поэтическое. У тебя полностью контент конкурса. Я вообще поэтический человек. Ну, я на каждой суперстихи езжу, я слышу твои стихи. Спасибо, это чувствуется. Приходи 24-го на день рождения в The Bassein. 24-го по-любому будет. Будет хорошая туса. Будет играть Басквейд. Все, покажу. Ну, О, Басквейд, привет. Да. Недавно был на твоем выступлении на FIFA FanFest. Он говорит, что был на твоем выступлении на FIFA FanFest. Круто было?
Ну, обалденно, типа, я вообще там Basquiat, по-моему, раза 2-3 выступал, я так понял. Да вообще Basquiat, если честно, и в составе сборной был. Просто на поле не выходил. На скамейке. Все. Ну, я не могу сейчас. Все, тогда мы на связи увидимся на стихах, а я подключу еще, кого обещал. Лады? Все, спасибо за творчество, спасибо за возможность. Всего доброго. Давай. Ой, ложка. Привет из Саратова. Захар Анаконда. Смотрите, Захар Анаконда. Почему, не знаю. Мой стих не понравился. Ефанов, 1945. Это год рождения? Я просто, может быть, его не видел. Ну, если ты... Может быть, сейчас еще поболтаем. Сейчас я еще... Сань, передай Ассоль привет. Ассоль, привет. Ассоль с двумя я спишется. Так, Бакин тут что-то. Так, а где еще ребята? КДИН есть. Слушай, спокойного что-то я ему не написал. Спокойный был еще. Давайте вот подключим. Вот давайте подключим. Так. Понятно, не может. Когда в Краснодар? Толстовку в студию. Какую толстовку? Какую ты хочешь толстовку? Снег 18-4-0. А, ой. А, это я читал верхние комментарии. Сань, как тебе переделанный слэм? Довольно-таки прикольно, да, мне понравилось. Харькову привет. Харькову привет. Завтра в Саранске будет огонь. Завтра мы приедем в Саранске, будем качать вообще. Ух, ух, как вообще. Так будем качать. Она убежала. Она убежала. Пусть здесь сидит. У меня есть черепашка, друзья. Калуга на связи. Калуга, привет. Так. Так. Подключка. Когда в эфир будет? Владивостоку большой привет. Что ты так выглядишь? Господи, что с тобой? Тебя пили, не ты пил. Я, видишь, меня пили. Я специально разделся, жду твою толстовку. Там рэп против музыки, понимаешь? Ты разделся, чтобы выиграть толстовку против музыки? Конечно. Хотя ты предлагаешь устроить конкурс, пришли в свое фото голым и выиграть толстовку, чтобы одеться? Да, конечно. Я не хочу столько фотографий голых мужчин, Эдик. Нет. Если девушки... Это шоу бизнеса. Ну, я тоже привет, не хочу. Нет, мы же не хотим фото голых девушек. Нет. Хотим. Эдик? А ты Эдика? Да, привет. Эдик. Конечно. Давай. Люди пишут дверь. Дверь, да. Как ты? Ну что, Эдик, хорошо. Тебе понравился выпуск, второй выпуск? Что ты? Тебе понравился второй выпуск газеты? Да, газета очень крутая. Эдик выпускает в Твери газету «Суперстихи». И мы приезжаем дочитать стихи, приходите и вы. Да, именно. Ну, когда, кстати, приедете? Когда ваш график? Не знаю, не пали нас люди смотрят, не пали. Я понял. Не приедете. Расходимся. Ладно, давай. Не могу, ты голый. Вот, да. Видишь, оденьте ему майку, мужику люди пишут. Да. Толстовку, жду просто толстовку. Поэтому давай, хожу голый, да. Ладно, еще раз. Так, можно ли мне прислать свои стихи? Я не знаю. Так, смотрите, вот у меня остался спокойный Павел Тигин и Тимати. Это те, кто чьи комментарии набрали больше всего комментариев. Так, давайте напишем Тиману. Так, он нас и смотрит. Пропустил эфир, что ж. Тим теперь не выйдет. Сам упустил свой шанс. Так. И Сочи, всем привет, Сочи. А Соль, тебе вот привет передают вообще. Спасибо. Выбери наугад пару человек. Давай, вообще легко. Это по списку все? По списку все. Наугад. Это гад.
Так. А можно повторить этот стаканчик мне, пожалуйста? Чудесно, как он. Ой, я же в эфире. Извините. О, спокойно, иди. Спокойно нашелся. Сделаем подключение. IQ, не знаю, не знаю. Пошел курить. А, где курить? Интернет говно вообще. Здорово. Йоу. Да. Че, как я уже думал, не объявишься. Слава богу, нашлись. Ну, бля, прикинь, как пропадает связь. Короче, с интернетом вообще дичь какая-то. Да, 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 я, короче, смотрю тебя, в итоге ты мне говоришь, ну, ты в прямом эфире говоришь, что какая-то дичь, типа, я не смотрю эфир, я, ну, обратно там подключаюсь, не подключаюсь. Короче, вроде успел. Слушай, ну, короче, я тебя слышу, но ты у меня зависаешь. Бля, это хуёво. Что делать, я не знаю, но я рад, что нашелся. Я ты тоже. Ты совсем потерялся, спокойный. Давай мы, ты что-то придумай со связью и напишешь, что мы постараемся выйти в эфир, а то картинка очень страшная, честно. Будто у тебя лицо из пластилина, его кто-то размазал. Прям вообще, старина, это не... Ладно бы, да, ответил мы... я один. Давай, попробуем. Ну, извини. Найти вообще... лучшую связь. Давай заново попробуем, да. Давай попробуем в следующий раз, окей. Давай заново. Добавь Мастанг. А что, Мастанг здесь? Мастанг я не вижу. Я легко добавлю. Вот. Мастанка я не вижу. Вижу спокойного типа. Сейчас мы проверим. Yes, yes, yeah. You know, we'll never stop, we'll never rest, yeah. Черепашка сидит. Друзья, я, наверное, не буду сохранять эфир, а может буду, не знаю. Надо сохранять вообще эфиры. Вот я просто иногда, когда натыкаю историю на чьи-то эфиры по полчаса, это мрак. Здорово, спокойный тип. Спокойный тип. Я бы поменял твой ник на плохой интернет. Плохой интернет, точно. Старина, вообще беда. Вообще беда, старина. Он симпатичный, надо сказать. Вот говорят, ты симпатичный. Так, завтра в Саранск. Завтра мы в Саранск? Завтра в Саранск, да. Завтра мы в Саранске. Не надо. Вот я тоже думаю, что не надо. Не надо. Есть Баста Акабастон. Да, вот видишь, вот пишут, что опять размазано. Я думаю, только у меня, оказывается, нет. Посмотреть. Вот, я вижу тут Симона, стоя, Стас, Симон, здорово, рад, что ты с нами. Вижу. Я вот сейчас ткну от балды, знаете. Ты как балды. Хочу с тобой спать, спеть. Спеть со мной может только IQ. Здорово. Привет. Всем привет, кто на эфире. Я тебя не слышу, что-то сегодня беда со звуком. Я по делу. Слышно? Говори громче. Слышно так? Пиши слова. Пиши. Старина, я правда не знаю, что происходит, но я... Нет. Не слышно. Давай я тебя переподключу сейчас. Есть звук от него? Значит, это у меня что-то с... телефончиком моей. Вот, говорю, что надо купить Nokia, вот никто не верил. Втюхали мне эту вот палку. А, Бишкеку тоже привет. Есть звук, слышно? Это у меня? А у меня есть звук? Слышно? Ты его слышишь? Ты слышишь меня? У тебя есть звук? У меня есть, я тебя слышу прекрасно. Слышно? Дай. Я все придумал. Окей. Отлично. Вот, теперь я тебя по делу. Вижу тебя здесь.
Да, Саша, я по делу. Я хочу спросить насчет обложки. А тут только задержка небольшая. Ты хочешь к альбому? Ты по делу. Да. А, насчет обложки, да, точно. Слушай, насчет обложки, мы действительно что-то, я написал об этом, а потом мы забыли. Да, действительно, я еще напишу еще раз пост о том, что кто сделает лучшую обложку к альбому 100 из 100, новому, 10 лет типа альбому 100 из 100, мы выпустим 100 кассет эксклюзивно и будем их там дарить, разыгрывать вообще. Я хочу сделать тебе обложку. Но мне нужны рендеры, то есть картинки, из чего сделать. Я пока не могу найти, к сожалению. Так делай, присылай, в чем проблема. Чего, рендеры? Нет, слушай, тут я тебе не помогу. С рендерами это не ко мне. Рендеры. Из чего тебе делают на постере? А, это тоже не ко мне, дизайнер. Слушай, нет, знаешь, давай-ка прояви самостоятельность. Ладно, окей. Прояви самостоятельность и сделай это сам, главное, с душой. Окей. Все, я отключаю, потому что это очень удобно смотреть. Мы на связи. Саня, подари билетик на концерт в Москве. На какой? 13 июля? В микс автопати или 23 сентября в Москва-холл. Москва-холл? Никому ничего не дарим. В общем, нос просто потел немножко. Я тоже хочу с тобой спеть, не звони мне. Мы с тобой сейчас споем. Друзья, как и обещал, Мастанка сейчас. Мастанка я не вижу. Нет Мастанка тут. Давайте девочку идем какой-нибудь эфир. Чтобы а то мы как дуть себя ведем. Одни мальчики. Ты милый. Я да, я такой. Гангстер-рэпер. В общем, пока идет подключение, вы меня слышите, я надеюсь, что-то у меня со связью. Друзья, сегодня мы вам в извинение, в подарок за то, что мы не успели выпустить клип, дропнули трек в сеть. Трек называется СТ. После этого эфира тизер в свой WhatsApp, Instagram в ленту. Поэтому слушайте, кайфуйте, клип будет вот-вот. У меня сейчас сядет телефон, мне кажется. Я пойду погуляю. Давайте повторять такие эфиры, если вы хотите. Я буду только рад. С огромным удовольствием это буду делать. Вот. Напоследок. На последнюю батарею мы выйдем с Мастанком в прямой эфир. Ты меня слышишь? Что со звуком? Саня, подожди, я наушники возьму. Бля, я ничего не слышу. Что за хуйня? Ща. То есть, о, черт, мне ничего не слышно. В чем же проблема? Я не слышу ничего, я не знаю, в чем минус. Давай. Блин, вот мы с тобой вышли в эфир, а я не слышу ничего. А, и ты не слышишь ничего, да? Ладно, ты тоже не слышишь? Обнял. Все. Да. Мы-то с тобой можем созвониться просто. Хорошо. Давай. Все. Друзья, песня «Мэром Москвы». Мэром Москвы. Стал мэром Москвы. Я подумал, а что это я не могу быть кандидатом в мэра Москвы? Пора бы мне. Кто, если не я? Клип скоро в сети. Трек уже в сети. Спасибо, что вы были здесь. Если хотите такие прямые эфиры, пишите. Я буду их делать, будем что-нибудь выдумывать. С удовольствием буду вас подключать. Я сижу, ору в ресторане, блин, как бешеный, потому что я ничего не слышу. Вы крутые. Спасибо большое, друзья. Мэром Москвы.